Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Реактор, мы продолжаем прохождение DLC Outlast, точнее мы его начинаем, но я в смысле мы продолжаем играть в Outlast, а это будет продолжение Whistleblower, то есть в переводе осведомитель, стукач, называйте как хотите, но это будет осведомитель. Это тот самый, мы будем играть за того самого парня, который и... написал нам письмо, после чего, это как бы предыстория основной кампании, после чего этого письма мы приехали уже главным героем, а сейчас нам дают сыграть за этого осведомителя, который и позвал главного героя из основной кампании в эту игру, можно так сказать, в эту психушку. Я рассказываю для тех, кто впервые вот сейчас присоединился, может быть, слышал, но не играл. Вы можете оставаться и смотреть, потому что это предыстория. Вы ничего такого не узнаете. Вы, наоборот, узнаете только хорошие, в принципе, когда будете основную кампанию проходить, и у вас уже не будут мозги. Что? Почему? Как? Как произошло? Здесь нам это все раскроют. Итак, сразу же хочу сказать, я проходил уже основную кампанию Outlast. Вы можете посмотреть это на моем канале, ссылка в описании на плейлист с прохождениями. А в этот DLC я не играл, вот запускаю первый раз, и поэтому вам чертовски повезло, так что вы будете вместе со мной лицезреть на новые локации, новые миссии. Я не знаю, где, за каким поворотом будет стоять заскриптованный пугач, так скажем, назовем его. Ну ладно, хватит лирики, давайте начнем играть. Сложность нормальная, высокая, кошмарная, псих. Назад. Я хочу выбрать сложность назад. Видишь, она даже уехала. Псих, ну псих это слишком будет. Кошмарная, кошмар, не знаю. Высокая, нет, нормальная это вообще для дилетантов. Высокая. Кошмарная. Высокая кошмар. Высокая кошмар. Блин. Давай высокую, среднюю возьмем. Итак, загрузки, я думаю, крашнула игра, потому что я долго не мог поставить на запись. Она крашила, 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 крашила. И раза так с 15-го она пошла на запись. Итак. Телевизоры. Рябь. В глазах сталкер. Часы неба. Зов Припяти. Нет, нет. Это что-то другое. Клиника. Психиатрическая. Мерков. Мне плохо, доктор. Только не пинай. Вот, спасибо. Вот, спасибо. Спасибо. Ой, спасибо, а то я упал сам-то, не могу встать. Я не пойму, за кого я играю? За бабу или за мужика? Кто следом? Откройте эти глаза, вам можно не просыпаться. Просто откройте глаза. Но у меня как бы они открыты, чувак. В чем дело? Кто-то ударил вас? Сюда, позвольте помочь. Не надо мне твоя помощь, мне не нужна. Ты что делаешь? Иди отсюда, гомосек. Фу, блин. Иди отсюда. Эндрю, вы позаботьтесь об этих, что? Я типа здесь... Я звучит как настоящая беда. В морфогенетическом двигателе говорят, что Хоуп усовершенствовал там Билли Хоуп. Черт. И они это не рады? Нет. Черт, черт, черт. Ну давайте же. О, камера. Морфогенетический двигатель. Я, кстати, читал это в последних... 2 часа назад. В последних частях прохождения Outlast, так что... Мы не знакомы, но я ваш давний поклонник. Постараюсь сильно не затягивать, они смогут следить. Я 2 недели проводил консультацию о программе обеспечения в психиатрическом исследовании Мерков. Да что-то... Маунт Мэссив. Вот это то самое письмо, которое мы в самом начале основной кампании открыли. После этого письма мы, соответственно, приехали. И, кажись, мы это нервничаешь, да? Значит, ты тайком... Кофе! Тайком делаешь, да? Ну, вот у тебя стрёмный какой-то. Где порнуха с папкой с порнухой? Итак, давайте прочтем. Я 2 недели проводил консультацию о программе обеспечения в психиатрических исследованиях Мерков в Маунт Мэссив. О программе обеспечения... программист, что ли? Сисадмин. Меня заставили подписать кучу договоров о неразглашении. Сейчас я их грубо нарушаю. Ну и хрен с ними.
Здесь творится что-то ужасное. Я не понимаю, не верю и в половину увиденного. Местные доктора говорят, что терапия зашла слишком далеко. Говорят, они нашли то, что дожидалось их в недр горы. Владельцы клиники Мерков зарабатывают на людских страданиях. Люди должны об этом узнать. Подпись. Мать вообще. Чтобы поставить email, нажмите левую кнопку мыши, да иди ты в задницу. Майл, я не могу посмотреть, от кого аноним. Анонимус. Анальный анонимус. И кому не разобрать. Я только анонимус разглядел. Так. Угу. Если ты подписал кучу разглашений, что ты думаешь? Что даже пускай ты будешь каким-то программистом, если не думаешь, они так позволят, да, пригласить такого программиста, чтобы чтобы он смог в легкую обойти защиту и продать кому-то информацию, что здесь творится, тем же конкурентам. Это бред. Ты не отправляй, чувак. Ну ладно. Кто здесь? Что ты... Что... Не успел прочесть. Не обижайтесь. Идет сохранение. Только авторизированным лицам. Так. Парк? Они уже три раза вызвали вас. Что-то срочное в кондиционировании. Что-то там срочное. Все-таки, что вы тут делаете? Я думаю, что ты просто компьютерщик. Вейланд Парк, сотрудник 1466. Немедленно пройдите к системному контролю морфогенетического кондиционирования. Вейланд Парк, пройдите к системному контролю МК. Сейчас дверь закрою. Интересно, а здесь можно закрывать медленно дверь? Просто открывать? Вот, можно так. Спокойно. А закрывать? Нет. Все равно тихо нельзя закрывать. Ну, монстры, они... Какие монстры? Да это те же люди. Они, короче, не реагируют вот на этот хлопок двери, потому что я, когда я в основном компании там хлопал дверь перед каким-нибудь врагом. Здравствуй. Видишь, я здесь босс. О, кеды. Костюмчик от Gucci. Хоп-хоп. Хочешь лунную походку покажи? Хоп-хоп-хоп-хоп. Видал? Видал? А ты так не можешь. Ку-ку. Ку-ку-ку-ку-ку-ку. Ладно. Надо быть интеллигентом, надо закрывать за собой двери. Я даже не думал, что буду... Когда ты последний раз видел Джейн 3 недели назад? Фу, это ничто. Серьезно? Крис Вейланд, поспешите, они ждут вас. Ку-ку, ку-ку, я тут. Ладно. Во, да я просто... Брутальный такой чувачок. Прикольно, прикольно, смай, хоп-хоп-хоп. Ладно. А, Парк, вы режете слишком близко. Чего? Кого я режу? Получаю только технические данные. А, какого хрена? Они вытащили Глускина из своей камеры. Вызовите его снова. Теперь нам здесь нужен этот Парк. Скажите ему, что у него... Давайте посмотрим журнал... О, кресло. А как сесть? А. Парк, наконец-то! Где же вы были? Функциональный интерфейс изображения не ответил на ICL. У нас пациент, который 30 секунд в отключении, а мы ничего не... Я могу позвонить в камеру, попросить... Блин, мне нужна еще одна оценка функциональности. Мистер Парк, все починит. Мы даже не успеем опомниться. Да ведь, мистер Парк? Да, 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 да. Че я сделал? Че-то хакаю. Error code 16. Мы счастливы, мистер Парк? Не знаю. Насчет тебя не знаю, но я вот явно сейчас. А, Стив, томография. Вы сомневаетесь в наших в нашем друге Вейланд Парке. Я считаю, это более чем дружелюбно относиться. Недружелюбно относится. Я не успел читать. Вы можете встать на паузу и прочитать. Ну, буду я читать, но просто тут слишком много идти. Систем. У вас чувак убегает. Помогите мне, не дайте это сделать. Не позволяйте им. Вы, я знаю, что вы можете это остановить. Вы должны мне помочь. Вы должны...
Эй, успокойся, здесь высокий уровень вредец. Все в порядке, агент. Мистер Парк просто не ожидал. Я уверен, что он спокойный, полон желания закончить свою работу. Присаживайтесь. Быстрее, мистер Парк, нужно будет проверить голову, а если мониторинг перфузии не будет активен, когда они его в двигателях физического организационного проголосуют слово. Альтернатив. Дайте мне дочитать, ты чувачки. Эдди Глускин. Вы закончили, мистер Парк? Можете идти. Не ожидайте ничего, кроме честной оценки вашей работы в моих отчетах. Я думаю, ты этот. Ну, вы возвращайтесь в свой офис. Я думаю, ты этот Билли посадили. Ты пришел тут. Все. $20,000. Морфогенетический двигатель Чемберс, не помню как переводится. Ты типа крутой охранник? Слышь, ёпт. Идите в Уэйленд Парк, я устал от вас, даже когда вы были здесь полезны. Ах ты гнида такая. Значит, как сломалось, как эррор, так Уэйленд Парк сейчас все починит. Ага, потом. Ты меня раздражаешь, валяй отсюда нахрен. Пидор. Я увольняюсь. Слышал? Я увольняюсь. Ему пофиг. Ему пофиг. А это не здесь мы? А. Слушайте. Да, это, по-моему, тут. Мы... Нет. Там был, по-моему, поворот налево. Или направо. Я уж не помню, когда мы за Майзла играли. Не буду спойлерить те, кто не играл и не смотрел. Сейчас, погодите, лампу повешу по нормально, потому что она мне свисает прямо на монитор. Картину не видно. Все, окей. Я настроил лампу. Дайте мне 20 кусков. У меня такое ощущение, что у меня башка квадратная. Или у меня такая супер брутальная причесочка. Я знаю, кому может подойти и сказать, что я уволен. Слышь, ёпт, я увольняюсь. У вас все тут яйцеголовые такие. Где мой офис? Ну, явно не тот. Там же я втихушку. Чё я там делал? Я же втихушку отправлял. Письмо. О, нет, это замен... А, во. Возвращайтесь в свой офис. И где он? Ну, блин, для баранов сделано. Дверь приоткрыта, типа. Слышь, игрок, сюда, в эту дверь. Да хрен там, ломай систему, я не пойду в ту дверь. Ну, ладно, походу, это мой офис, да? Дорогая, я дома. И что мне тут делать? Правила огнетушения. Что мне тут делать? Клава, что, рабочая, что ли? Лампочка зеленая мигает. Как-то рассказываю истории за пределами. На пол, вниз, держи руки, чтобы я их видел. Подлогичит. Ай, больно ведь? Мистер Уэйленд Парк. Контракт на оказание консультации услуг 8208, инженер-программист, разрешенный службой безопасности третьего уровня. Закончил с отличием университет Берклин, но все же недостаточно умен, чтобы понять последнее, что... Муха должна дело в паутине ёрзать. Ноутбук тут денег стоит. Настолько глуп, что думаешь, что заимствованный ноутбук маршрутизатора и браун-мэра будет тупица, мистер Парк. Более чем просто тупица. На самом деле это сумасшествие. Я бы диагностирую. Боюсь, что нам придется вас взять на себя, мистер Парк. Вы добровольно попросили принудительное заключение. Вы слышите, агент? Вы слышали? Он сказал, да, мистер. Ты чё гонишь? Прекрасно. Ах, и... мне это не послышишь. Вы только что сказали, что будете добровольны. Ничего я не буду добровольно. Иди ты в задницу. Можно факт показать. Это очень храбро с вашей стороны, Веллан. Корпорация Мерков и непрерывно двигающийся прогресс ценят ваши храбрость и жертву. И какую жертву? Ты иди ты в задницу. Я ничего не согласен. Я не понимаю. Ладно, я удалю все. Пидор. Значит, ты инженер-программист, да? Вистлеблоуэр. Осведомитель. Вистблоуэр.
довискался. А, это типа предыстория была, типа, почему мы здесь оказались, почему нас мужик облизывал, пилик, блин. Вот он как, значит, работает морфокинетический двигатель. Я все равно не понимаю, что он делает. Мозги, что ли, промывает или что? Но плющит меня не по-детски. Да я вроде молчу. Ай-яй-яй, плохо. Вы это слышите? Не так ли? Вы слышите? А, Билли, Билли, здорово! Здорово, Билли. Свет потух. Ох, меня штырит, ты как? Мама, не буду я больше бухать. Да это же один в один камера Апшера. Мы могли в другую камеру хотя бы. Ух, ё. Как там читать? Я облажался. О боже, где я? Наверное, прошли часы или даже недели. Мозг набит электричеством. Они заставили меня смотреть на двигатель морфогенетического кондиционирования. Мне нужна помощь. Нужно позвать на помощь. Лиза, прости меня. Даже если я умру, я знаю, ты найдешь меня. Я знаю, что ты не успокоишься, пока не отыщешь мое тело. Надеюсь, ты найдешь эту камеру вместе с моим телом. Надеюсь, информация сделает то, что я не смог, а раскроет всю правду. Лиза, дорогая, прости меня. Я облажался. Я думал, что делаю все правильно, но я тупо облажался. Ну, бывает что. И там, и туё. Штырит. Вы думаете, вы там в безопасности? Вы думаете, что вы там в безопасности? Как мило, очень мило, блядь. Я вскрою тебя, вскрою и покажу, заставлю мурлыкать. Подожди меня там. Знаешь, как-то твое предложение мне не внушает доверия. Я пойду отсюда. Чувак, только не нервничай. Спокойно. Будь здоров. Спасибо, что освободил меня. Откуда звуки? О, батарейка. Здрасте. Здрасте. Никого. Ха. Музыка, блин, напряжающая. Закроем туалет. Тут чувак не вышел, слава богу. Чего тут делать? Оргию, что ли, устраивать? О, да это просто садомаза тут. Вы что, ножичком что ли пугаете? Ты посмотри, какой у меня ножик, смотри, смотри. А ты что пялишься на меня? Что не пялится? Прикалываюсь надо. Ты, без наблюдения, заходи. Чуваки, у вас все дома? Они, короче, говорят, заходи, будет весело. Ладно, чуваки, сейчас зайду. Попком там придержите меня. Убью твою ж. Билли только можно увидеть этим. Это херня. Билли! Пошел ты в задницу! Я не хочу с тобой играть. Он рядом, прям за углом. Блин, я уже управление позабыл. Скорее тут ношу. Билли! Билли, блин, отвали, отвали, падла. Закрой, быстрее. Фу, наш любопытный Том пришел, присоединяйся к нашему сеансу терапии. А, давай, давай. Вот, возьми нож, порежь нашего друга. Покрась ручки красным. Всегда полезно выразить свою личность. Если держать это в себе слишком долго, можешь сделать что-нибудь, сожалеть. И как мне это сделать?
Как мне ножку взять? Нет? Ты один из них? Слишком хорош для таких, как мы? Думаешь, ты другой? Какой-то особенный? Здесь нет наблюдателей. Либо ты берешь один конец ножа, или ты по другую сторону ножа. Сейчас, убирайся отсюда, пока я тебе не передумал. Пока я не передумал, точнее. Ну, по ту сторону ножа, это я уж по логике просто. Ладно, отпускайте, отпускайте. Не, этот, не волнуйтесь, я повышаю голос. Просто я хочу максимально передать, ну, эмоции, как они говорят. Чтобы не тупо прочесть текст. Откуда я пришел? Отсюда, что ли? Что я, блядь, творю? Это что ты творишь, мать твою, за ногу? Как ты меня убил, блин? А что я творю? Я себя спокойно шел, никого не трогал. Я же один из вас, мать фащу. Беру камеру. Понятно. Фак. Куда двигать? Спокойно, ребят. Все хорошо. Закрыл. Вентиляция. Быстрее. Чувак, извини. Мне не по пути с тобой было. Там просто чувак и там приходит. Плохая идея. Мы выберемся через ресепшн и скажем Марку. Если они доберутся сюда вовремя, нам нужна помощь прямо сейчас. Если бы сможет связаться с ними по радио, Национальная гвардия могла бы... Мы даже не знаем, работает ли радио. Это коротковременная связь, если в тюрьме есть электричество, значит у них есть сигнал. Мерка, все под контролем. Ты уверен? Ага, я заметил. Нам нужно добраться до этого радио. Помощь извне не придет, если не привлечь их внимание за пределами лечения. Ты хочешь взять на себя ответственность за каждую сомнительную с точки зрения закона вещь, которую ты сделаешь в Мерке, я бы не стал. Слишком поздно беспокоиться об этом, нужно это остановить. Ты просто боишься, ты не мыслишь здраво. Позволь мне прояснить, если ты позовешь на помощь, я покажу тебе кое-что новое, чего будешь бояться. Ты мне угрожаешь? Да. Ты мне угрожаешь? Да. Че там, че за записка-то была? Радио в тюрьме. Здесь есть радио, может раз. Здесь есть радио, в этой тюрьме. Коротковолновое. Она коротко волнуется. Если оно электронное, то я заставлю ее заговорить для меня. Детка, ты заговоришь для меня. Есть надежда, Лиза. Я вернусь домой к тебе. Моей ошибкой было вероломство, как ты всегда говорил. Я думал, что слить информацию нескольким журналистам будет безопасно. Ты идиот, что ли? Слить инфу, да, в такой корпорации. Как будто тебе, вот я еще раз повторяюсь, как будто тебе кто-то позволит, блин. Там по-любому сидят такие хакеры, там такая защита, что простые программеры ничего не смогут достать, потому что если бы они могли бы это делать, то тогда любой бы сливал инфу всегда. Там такая, наверное, степень защиты, что... Бред. Ты реально тупиц. Он там что-то перечислял, если ты взял там позаимствовал ноутбук, там обошел брендмент или как... Забить. Я не хотел привлекать внимание. Мерков — опасное место. Я знаю это. Ну да. Я считал, что нужно быть незаметным ради тебя, Лиза, и ради мальчиков. Вообще, на кого черт ты тебе сдался? Иди там работай там, да тем же грузчиком и то будешь спокойно и этот, спокойно жить. Но все же, нужно было разоблачить Мерков, рассказать всем и вся, что здесь происходит. А на кой черт? И че тебе это даст? Я не могу просто умереть, по крайней мере, не раньше, чем доберусь до радио. А, то есть доберешься и сразу сдохнешь, ну окей. Ну, только я уже погиб. Теперь они не смогут это скрыть. Вся система рухнула. Здесь слишком опасно. Я рад, что это ты понял. Что здесь слишком опасно. Я что, бесиком еще, что ли? Ребят, вас не смущает, там тень такая. Кто-то ползает по вентиляции. Когда это закончится, коридор-то?
Ты живой там? Ух, опять штырит. Ай, больно ноги. Отбился ноги. Хотя нет. Ты живой? Да я просто... Он встал! Ёпт! Ёпт! Чувак! Чувак! Чувак, полегче. Я уверен, мы подружим. Встал! Билли! Билли! Билли, ты где? Я бы задницу-то прикрыл. И ты не девственник. Но я уверен, он не девственник, потому что у него есть дети. Есть тёлочка. Тот чувак за мной не идет. Их не шути. Вот это помещенница. О. Почувствую нашу стенку. Ну, прислонись к стенке. О. Кто там ломится? Чуваку плохо. Где ломится? Батарейки нет? Ну, слава богу, закрыт. Ноги не хочу пачкать. Фак! Мои следы, блин. Помогите, пожалуйста, я доктор. Мне нужна помощь. Мне нужно домой к моей... Вы не охрана? Я просто пациент, как и вы. Я своровал эту одежду с трупа, которую я нашел. Вы должны дать мне уйти отсюда, пожалуйста. Просто нажмите на кнопку. Окей. На. Чувак, обернись. Доктор. Еще один доктор. Нет, нет. Я просто... Все вы... Докторы лжицы. Вещи, которые вы делаете. Что вы видите? Что вы видите? Да не за что, чувак. Обращайся. Я никогда не видел умирающего человека раньше. Никогда не видел мертвое тело вне гроба. Сегодня десятки убитых и даже хуже. Я смотрел одному человеку в глаза в тот момент, когда другой разрывал его на части. Утверждал, что он врач. Потом увидел, во что меня одели, и изменил свою историю. Сказал, что он пациент. Мог быть и тем, и другим. Они все здесь сумасшедшие, все больные. Теперь между ними нет никакой разницы. Терапия распространяется. И что же я сам такое? Я смотрел, как умирает тот человек, и только думал, спасибо Господи, что это не я. Я знаю, что придет день, и я умру. Но я не хочу быть убитым. Так, лучше умереть, но не быть убитым. О, чуваку. Но я думаю, что это был доктор. На кой смысл ему переодеваться? Бред. Отмазку покруче не мог. Это все равно, что я, блин, сейчас переоденусь в охранника. О, блин, ну я просто так переоделся. Ага. А что дальше-то? Ну, я сюда зашел. Наверное, проход открыл. Здравствуйте, я ваш тетя, закрываем дверь. Секьюрити. Билли! В жопу тебя! В жопу! В жопу! В перчатках, а? Да... Врушка! Ты через стекло, что ли, прошел? Короче, мне явно туда не надо идти. Там его... расплющили. Тут не могу... А, это стекло, блин. Тоже мне идти? Ну, кратится. Чувак, такие, еще один. Только и видел, как там за стеклом его долбили кучкой. Не люблю я вот
иногда я люблю так выходить на открытую местность. И иногда в то же время не люблю, потому что выходишь и не знаешь, откуда опасность ожидает. Слева, справа. Чувак, ну я-то этот, не медик. Там улица. Вот, кстати, выход, блин. Оу. Судьба играет с нами злую шутку. Дразнит. О, документ. Дразнит выход. Же или там, ну, насрать. А, отставка Вейланта Парк. О, это же я. Мистер Грант. В ближайшую неделю вы сможете получить запрос о предоставлении информации от ГЖ. Что такое ГЖ? Госпожи. Наверное. Госпожи Лизы Парк из Ледвилла, штат Колорадо, касающая отставки и госпитализации ее мужа Вейлана. Если получите, пожалуйста, перешлите их мне. Мистер Парк, бывший контракт на оказание консультационных услуг 8208. Подав в отставку из-за... Какой подав? Я вообще ничего не подавал. Из-за невыявленного ранее психического заболевания. Я лично навестил госпожу Лизу Парк и ее сына и сообщил им эту тяжелую... Ах, вот тварь, а. Все, поймали на том, что я слил инфу и... Сразу. Ты пациент? У него... Подделали все. Якобы он пациент. И все родственникам сказали. У него этот, оказывается, он больной. Его надо лечить. Мы, конечно, предоставим ему наших лучших докторов. А, наш лучший кабинет, где он сможет провести лечение. Морфогенетическое кондиционирование, конечно же. А, так. И сообщил эту тяжелую, простите, весть. Конечно, успокаивать их тем, что специалисты из компании психиатрической исследования Мерков с радостью предоставят лечение. Госпожа Парк не очень хорошо отзывается обо мне и корпорации Мерков. Я заверил ее, что, воспользовавшись своими полномочиями, она, конечно же, может попытаться вступить в борьбу с докторами, диагностировавшими болезнь ее мужа. Однако, если обнаружит, что он ушел в отставку под ложным предлогом, его страховку аннулируют, а на семью будут вызваны значительные долги здравоохранения. Надеюсь, она поняла. Вот пидоры. Даже она хочет, типа, забрать... мужа и сказать, нет, мы там будем лечиться, и будут другие доктора проверять его диагноз. А они, короче, говорят, нет, а если вы, типа, это сделаете, мы аннулируем страховку и, короче, в долги. А долги-то нафига им нужны? Там, скажешь, 5 миллионов плати, блин. Поэтому они как бы ее поставили ультиматум. Но если она все же будет настаивать на том, чтобы создать неприятности или попытаться обойти меня стороной, пожалуйста, дайте мне знать. Это случай, о котором я хочу позаботиться лично. Ваш Джереми Блэр. Кто это такой вообще? Блэр. Кому? Тема уход в отставку на психическую. Может, это этот, который в костюмчике был? Ладно. Exit. Тупик. Это тупик. О. Батарейка. Ла-л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 а. Дойти. Здесь? Нет. Мне кажется, вот здесь вот, потому что здесь видел какие-то... Да, вот. Коробки. Ну и что ты не... Можешь... Трогаю пол. Нежный пол. Да, детка, пол. Чё ты не запрыгиваешь? Мать твою, запрыгивай. В потолок, что ли, бьюсь? А нафига вы эту коробку ставили? Куда дальше? Здесь трубка, здесь не залезть. Туда тоже. Сюда что?
Там же закрыто. А. Или нет. Или перепрыгнуть. А, это за дверь. Ёпт. Тьма-то какая. Ветерок дует. Это не ветерок. Это что-то другое. Интрига. Интрига. Вот я по-любому знаю, что сейчас что-то будет, раз такое затишье. Тишина такая. Задницу. Куда эта дверь ведет? Батареек нет, ничего нет. Джереми дал, что ли? Засы. Блин, уже батарейки садится. Не люблю, когда проходы разветвляются. Люблю линейность. Нет, но если игра мне прям дико нравится. А, я мог здесь что-ли свернуть, а я прошел дальше. А, ну, вполне, вполне. Так, ну теперь тогда нам только сюда. Секс. Есть все. Вот я про это говорю, музыка уже такая напрягающая. Слышу дыхание. Кстати, наденьте наушники, забыл сказать. Потому что... И смотрите лучше ночью. Мать твою, за ногу. Да, это было... Был не... Твою мать! Кровосос. Осторожней. Ты жопой что ли чуешь? Да, это он пилой. Это нифига не Витя. Только, пожалуйста, не надо мне, чтобы я прям вышел к нему в лицо, и он потом такой набросился. О, борщ. Так. Это явно к нему, да, выходит дверь? Знаешь, как-то я не хочу к нему идти. Слава богу. Ёп, ну поаккуратней, что ли. Кто потом будет мыть-то? Забрызгал тут, понимаешь ли, все. Так, ты тут не оживешь случаем? То я узнаю. Хе-хе, что ты мне сделаешь? Да блин, да ты аккуратней-то можешь? Микроволновка ползается, нихуй. Извиняюсь. Не смотри на нас. Приятного аппетита, кстати. А, на кухне каннибала. Не проси показывать мое тело, Лиза. После моей смерти, когда ты закончишь судебный процесс против армии юристов и корпоративных наемных убийц, мерков, после которой ты сможешь завладеть этой видеозаписью. Не заставляй их показывать мое тело. Просто похорони. Или сожги. Пусть мои сыновья запомнят меня целиком. Этот человек ест человеческую плоть. Он смотрит на меня, и я вижу гнев. Немного желания, но больше всего голод. Пожалуйста, не заставляй их показывать мое тело. Ух, ёпт. Это... Вкусно тебе? Мир тесен, блин. Ух ты, какой ты голодный. Ты прям с рубашки что ли ешь? Это, блин, как есть пирожок с салфеткой. Закрой-ка я на всякий случай. А пока у него там борщиц варится. А то переключится, перекусить пирожка, блин. Он, кстати, присматривает за своей попкой. Спрятаться. Если есть ящики, значит, от кого-то надо будет прятаться. Он там что, закончил трапезу?
Где дверь-то, блин? Батарейка. Мне такое ощущение, что он идет за мной. Ладно. Или сохранение. Закрываем на всякий случай. Две батарейки осталось. Ну, одна уже воткнутая, и одна в запасе. Я сделал это. Я думаю, здесь безопасно. Можете выбраться? Я иду, Купер. Просто нужно закрыть... Иду! Подожди! Че он кому говорил? Эта дверь откроется, если снять наручники. Ну, блин, логично, логично, блин. Знаете, давайте на этом закончим нашу часть. И в следующей части мы уже пойдем, собственно, искать ключи. Ну, вы знаете, что просто так мы не будем ходить и искать ключи. Кто нам это даст? Крематориум. Это, по-моему, это где сжигают, что ли, тела. Конечно, нам никто не даст... Мне показалось, он идет сюда. Конечно, нам никто не даст просто так ходить и искать ключ. Ясен пень, там, значит, кто-то будет ходить. Судя по тому, что мы уже видели в оригинальной части. Какой оригинальный, просто в основной кампании, не в DLC. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Если вам понравилось... Комментируйте, ставьте лайки за старание, за скачивание, за трату некоторых нервных клеток. Не в плане того, что страшно, а... Да, я такой опираюсь об стенку и говорю. А в плане того, что мучился с записью, потому что обещал снять, а он у меня крашил. И я нервничал. Надеюсь, вам понравилось, и мы... Захотите дальше со мной смотреть и посмотрите, где я снимал на основную кампанию. Так что до скорой встречи. И, ах да, и не забывайте поздравлять ветеранов на 9 мая с Великой Отечественной войной. До скорой встречи, с вами был Реактор.